Друзья мои, мы пришли из магазина. Значит, как я говорила, мы взяли тортик, взяли торт Виктория Бейкер Хаус. Никогда такой не пробовала. Клубничный торт из нежного двухцветного бисквита со сливочным кремом и клубничным джемом. Вот такой тортик взяли, мороженка. Очень захотелось мне вот такую вот селедку тихоокеанскую, натуральную, с добавлением масла. Еще одно мороженка, еще взяли вот такого наполнителя силикогелевого. Мне что-то он понравился. Огурка, помидорка желтенькая. У меня просто овощей хватает, но что-то мне еще, короче, захотелось взять. Как всегда, журнальчик Somebody, сумка для смены обуви. Но у меня разошелся рюкзак, и поэтому я, дабы спасти ситуацию, по срочнику взяла вот этот вот рюкзачок, вот этот вот тканевый. На днях пойду куплю себе сумку или рюкзак другие. Вот, значит, для щенков вот такой педигри с говядиной в соусе. Вот такой чаппи, мясное изобилие. И с говядиной по-домашнему вот такой чаппи. Взяла кофе, взяла хлеб, взяла вот такой вот лимонадик. Аскания, яблоко. Очень классно. Написано, что это юбилейная серия лимонадов. 10 лет, видимо, да, 10 лет. 10 лет, 10 вкусов по всему миру. Взяла всегда добрый день фирмы. Масло подсолнечное, рафинированное. Покупаю еще жидкое мыло. Всегда этой фирмы мне очень нравится. Взяла вот такой майонез чудесница классический. Взяла себе безалкогольное пиво Амстел. На сей раз с лимоном, а не с лаймом. А Володя взяла пиво с вот таким вот страшным зайцем, у которого перья, как у птицы сзади, вот такие клыки и рога. Вот такое страшное создание, непонятно, какое-то немецкое, наверное, пиво, не знаю. Взяла его. Дамиру взяла круассанчик с конфитюром. Значит, еще я взяла вот такой вот полубагетик французский. И себе взяла, ну, она не очень, наверное, свежая, минус 30%. Ну, как бы, ну, мне норм, мне захотелось эту пиццу, пицца мини с сосисками. Ну, может, она вчерашняя, не знаю, какая она. Это она вчерашняя, вчера вечером, в 6 вечера ее упаковали. Господи, да ради бога. Мне кажется, все с ней нормально. Все, ребятки, будем мы разбирать покупочки. Мы еще были в Винлабе, но уже не буду показывать, что в Винлабе взяли. Все. Целую, люблю, бывает. А вот такие у нас покупки.